ночь с 24 на 25 число проводили уборку города. Работает больше 30 дней с техники. Обработали низкосоляной смесью весь город, в первую очередь пригороды, маршрут движения общественного транспорта, подъемы и все путепроводы. На сегодняшний день снегопад усиливается, мы знаем об этом. Поэтому в ночь, вот на понедельник, 26 число, усиливаем работу бригад, усиливаем количество единиц техники по снегоуборке, убираем, в первую очередь, маршрут общественного транспорта в городе, магистральную улицу. Вот. Я думаю, что к утру у нас поезд по всем магистральным улицам, вот эта магистральная будет обеспечена. Хорошо. Вот такая ситуация.